И теперь к другим темам. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел заседание комиссии по противодействию коррупции. Глава региона отметил, на Ямале удалось достичь определенных результатов. Наводится порядок в строительной отрасли. Несколько недобросовестных руководителей разного уровня уволены со своих должностей. Против них возбуждены уголовные дела. В этом направлении мы не собираемся останавливаться. Больше не должно быть случаев, когда наши жители переезжают в новые квартиры, которые трещат по швам. Острой остается проблема браконьерства, особенно в наших отдаленных населенных пунктах. Борьба с браконьерством, в том числе в отдаленных поселках округа, где также задействована коррупционная составляющая, требует постоянного контроля, подчеркнул глава региона. Заместителю губернатора Аркадию Бессонову совместно с пограничной службой и другими правоохранительными органами поручено взять этот вопрос на особый контроль.